Ну что, друзья, всем привет. Вы вновь на семейном канале Печки Лавочки. Всем привет. У нас еще помидоры не такие красные. У нас только пока зеленые. Да, у мамы много уже помидор. И мы уже виноград попробовали. Блин, этот кишмиш, это просто вообще великолепие какое-то. Да. Что, мы сейчас подготавливаемся к поездке на хутор. Наконец-то просто... Завтра мы стартуем. Да, во-первых, наконец-то мы стартуем. А во-вторых, наконец-то мы машину просто хотим вычистить. Потому что там детские кресла просто... Это печенье постоянное. Песок, ну, да. У кого маленькие дети, то в курсе, что печенье, в принципе, можно найти везде. Если вдруг что-то кто-то захотел там немножко перекусить под кофеек, всегда пожалуйста. Это я еще тут вытряхивал, ну, периодически, да? Как бы, но тут все равно. И здесь тоже. Не, ну, от этого никуда не уйдешь. Как бы ты ни пытался... Да, вот когда уже будут бустеры, уже будет полегче, пока еще пока эти... Пока это вот, это пылесборник и вот такое вот все. Вообще, из вот всех машин, которые вот у нас были, да, на химчистку такую я заезжал только один раз. Когда вот перед тем, как надо было забирать тебя с дома с детьми. Единственный раз, когда я делал химчистку в своей машине. Все. И то, там такая химчистка была, что... Они, ну, все вымывали, все вычищали, и плюс еще дезинфекция была. О, боже. Там каким-то средством, которым обрабатывают курятники, кстати. Ничего себе. Да, то есть птичники все обрабатывают, чтобы вообще ничего не было. Но оно без запаха, без ничего. Как бы, но а ты что им сказал, что ты цыплят забирать едешь? Я цыпочек. Не, я сказал, чтобы вообще, чтобы все было идеально. Но тут уже приходится самому. Ну да, тут, конечно, тут надо, я не знаю. Поставить, слышишь, этот, вот собирать дотичку. Видишь, так оно не вытряхивается, надо присушивать это все. Едем примерно, на сколько мы едем? Наверное, на две недели. На две недельки? Угу. Вообще супер. Я даже туда смотреть не хочу. Там просто. Да? Это чисто. Оля, ты что? Слушай, так где мыши тут скоро заведутся? Так тут нормальные куски печенья, смотри. Слышишь, ты на хуторе, смотри, открытой машины не держи, а то мыши быстро к тебе заползут на еду. Да, так надо там тоже, кстати, дегтем обработать березовым от грызунов. Хорошо, дети сейчас спят, вообще на свежем воздухе они так, когда погуляют, так быстро засыпают. Даже вот вечером перед сном час на батуте, они просто отключаются. Да. Если они не спят, поехали сюда. Да. Вот вчера они так и не легли за целый день. И при этом мы вчера... И мы вчера их сколько? В 10 часов пошли спать и не могли целый час еще уложить. Это, кстати, пылесос от Foxwald. Мы разыгрывали вот вместе с Foxwald у нас в телеграм-канале. И вот я себе тоже такой заказал. Шикарненький. Шикарненький. Знаете, в чем его плюс? Здесь есть функция сбора воды. Ну, понятное дело, синхронная розетка для того, чтобы можно было подключать какой-то инструмент. Там, болгарку, допустим. Включаешь болгарку, пылесос сразу работает. Вот. Ну, в общем, супер. 20 литров, значит, емкость. Здесь, кстати, смотрите, какой мешок. Знаете, в чем его преимущество? Что когда здесь вот просто хепофильтр один, да, то он быстро забивается и потом плохо всасывает. А вот этот мешок, его забить труднее. В этом плюс. Пылесос классный. Я оставлю ссылку в описании на Foxwald. Я там еще кучу всего заказал для себя по инструменту. Вот я себе выбрал аккумуляторный инструмент, чтобы у меня был на хуторе именно Foxwald. Тогда не будет такого, что там куча разных зарядных устройств. Все в одном. И
удобно. Так, пока дождь. Прячь. Только тихо. Вовремя все. Тихонько. Почему все время, когда я хочу помыть машину, идет дождь? У всех так. Не, еще очень часто, когда помыл, только выехал он и пошел. Да. Вообще мощность регулируется вот так вот, смотри, оп, вот это сопло я достаю, смотри, видишь, да, какая удобная штукенция. И движением одной руки брюки разные превращаются. Вот. Да, вот здесь угол поменьше, 15 градусов. Прикольно. Да. Оно типа здесь как 25. На магнитике или просто? Нет, просто в солнышко. Щелкивается, да. А здесь еще есть вот такая вот роторная насадка. Это тонкая струя, и она вот так вот крутится. Для чего она? Ну вот, если надо, вот такая вот, есть такая. Прикольно. Это если надо мощную струю. А это для шампуня? Ну, да, это для шампуня, да. Кстати, это тоже на Фоксвальд заказывал. Да? Да. И... Ну как это такая большая? О, ты даже катушка сматывает шланг. Катушка сматывает шланг. Кстати, шланг не такой, не дубовый. Угу. Он достаточно такой мягкий. И длинный, бывают такие и длинный дубовые такой. Шланги, их там не размотаешь, не смотаешь. А этот нормальный. 4-5 даже сопел таких. И одно роторное. Угу. С разным углом веера. Угу. Соответственно, меньше веер, больше мощность. Так каким мне мыть можно? Ну, чтобы машина краска не полезла. Ну, давай вот эту вот зелененькую я тебе поставлю. Зелененькая. Которую был, да. Ага. Зелененькая, на, и потешься немножко. И потешься. Да. Такая, я тебе скажу, отдача... Не, мощная, хорошая. Тяжелый, что даже ты когда крутишь, да, то есть нет такого, что там шатается. Он вообще, да, с места не сдвигается. Я его хотела повернуть немножко, не смогла. И знаешь, что еще хорошо? Вот есть такой переходничок сразу с фильтром. Угу. То есть тут вообще ничего не докупать не надо. Все, быстросъемчик, шланг садовый, подсоединяешь и работаешь. Блин, ребята, рекомендую. Реально. Ссылочка в описании будет. Давай, может, сразу. Я думаю, вот так, вот туда вот. Что, так тут ничего нет? Там есть, там есть. А, подожди, вот, я вижу. Она выдержит? Да, ну, ты там видишь, может, стоит там. Значит, надо дальше туда поднимать. Еще. Надо подставить, подожди. Ага, ну подожди. Еще. Опа! Туда, да? Да. Смотри, что там. Не... Хватит? Да, тут, в принципе, еще. Там есть еще. Да. Слушай, тут можно. На крышу еще? Да. Хватит. Думаю, что хватит. Ну все, тут все. Контроль.
А все, ты опоздал, уже всех подои. Можно еще длиннее чуть-чуть оставить хвост. Нет, так оно не шумимшо. Ну вот, тут смотри. Я что-то вырвала, видишь? Ну, давай я его заверну. Не надо, не надо. Ну ничего не денег, все, уже никуда не денег. Нормально. Друзья, мы уже на полпути к хуторам. Мы едем не на хутор, а на хутора. Вот. И все, значит, встретимся там. Купил крысиную смерть с эффектом мумификации. Специально, чтобы они потом не воняли. Поехали. Ну и все, друзья, вот мы и на черничном хуторе. Распаковываемся. Вот у нас и создана. Создан две группа. Печки, лавочки и дела семейные. Назарушка, направо. Направо. Ать два. Назар, пошли сюда. Назар, пошли. Пошли сюда. Во. Да. Не, там, видишь, там все, там поле. Нам нужно на хутор печки-лавочки. Вот же указатели висят. Ты что, не читаешь, что ли? Ты еще не читаешь? Ты буквы знаешь, ладно. Ну, уже ж должен. В 2 года читать. Но. Подгузники снял. Подгузники снял, должен читать. Назар. Я, правда, не знаю, кому ты там что должен. Но. Да. Папа. Что ты тут уже? Огурчики. Смотри, как трескаешь. Тик-тик. Сынок, огурчик. Будешь? Да. Да? О, тут несколько штук уже маленьких. Цукини? Да. Ну да, они там прям на том кусте вообще много. О, меня зацвела лаванда. Но. Они еще не пахнут, еще. А там зацвел белый этот. Кстати, мышей нету. Не бегают. Но. Возможно, что березовый деготь все-таки вот эта тряпка, промоченная сюда березовым дегтем. Огурец. Все. Огурец уже все. Смотри. Пришли посмотреть цыплят, но они уже все в курятнике, поэтому не будем им мешать. Завтра будет новый день, новые идеи. Давайте уже тогда до завтра. Еще в прошлом году я заметил, что дятел долбил этот сухостой. И в этом году то же самое. Вон, видите, он ищет. Thank you.
Доброго утречка. Доброе утро. Как вам там спалось? Замечательно. Вы самые балдежные, я вам скажу. Знаете почему? Потому что вы, наверное, одни из немногих, кто удостоился ночевать на домике на дереве. Если бы не дети маленькие, то мы бы тоже бы там ночевали бы. В одну секунду вот так вот. Бац, и все, и утро. Да? А мы в одну секунду проснулись. Бац, и утро. 6 утра. Уже свинки кушать хотят. Да я тебе скажу, нормально, они еще такие не. Обычно они хрюкают тут, а так спокойненько, смотри. От голода. Пошлите. Отчиняйте ворота. О, узнаю свинок, все, видишь, как это, а то молчат. Да, что ты боишься уже? Сейчас будет самое приятное. Что? Белка. Кто дует? Очередь. Разминайте, кто умеет. Очередь. Вот сейчас белке вообще повезет. Ну да, два кавалера будут доить. Два кавалера тут ее будут мусолить, понимаешь ты? Артем сказал, не знаю, Артем сказал, что завтра будет ее доить. Будет. И он сейчас вспомнит, как это. Артем, да? Обязательно. Только закрывай на все замки, потому что будет прорыв. Там эта домушница, она быстренько скроет. Все зрители, я вам скажу, что вам очень крупно повезло, потому что видео с черничного хутора теперь будет с двух каналов. Мы будем стараться это вообще делать практически каждый день, чтобы вы были в курсе вообще всех событий. Поэтому на канале «Дела семейные» и «Печки лавочки» будете смотреть «Черничный хутор». Стой. Козлята, сюда. Подошли. Стой. Сейчас выбегут. Стой. Сейчас я их выведу. Белка. Я держу. Белка, иди сюда. Что? Все серьезно. О, белка, все. Взяла? Белка появилась. О. Козлёнок. И козлята. А, и козлята. Так, всё, и эти. Стой. Они уже у каждого снизу. Ну, они знают, туда вас по. Белка. Она пошла к кормушке. Белка. Ну, куда же, белка? Самое интересное, что здесь. Белка. Белка, дай высыпать. Так, белка, мы сделаем тебе все по уму, все по красоте. Теплой водичкой тебе тут все помоем. О! Помоем. Правильно? Вот такого вот так вот помассировать надо. Молоко, чтобы подошло еще. Ну же мало. Они же выпивают. Усвоил? Помассировал чуть-чуть немножко. Оп. Мне надо было просто вспомнить. Как массировать? А там все вот так вот. Вот так вот. Поочередно. Это не как корова. Корова, наверное, вот так вот тянут, да? Да. А козу перебирают пальцами. У козы более деликатная такая дойка. Я профессионал вообще в доении, я как бы знаю все это.
А нету уже там ничего. От Зинаида. В отсутствие хозяевов Диму свали. Диму, Дика, все таки будем закрывать. Вот хозяин проснулся. Хозяин. Все. Животные ходят, гуляют, кушают самостоятельно. Мы уже тоже покушали, позавтракали. Сейчас тут нарву свеженьких овощей. Наши жены сделают нам покушать, детям в том числе. Морковка тут такая уже знатная, конечно. О, ты шо ты? Нормасик. Такс. Белочка, смотри, что у меня есть для тебя. А? Сладенькая ботва. Смотри. 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 Белка, не делись. Сама. Сама. Тебе нужнее. Белка, заморские травы. Ребята, то вы не голодные, раз вы банан не едите.
еще я вам сегодня яблок принесу с соседнего хутора. Вообще, какой, конечно, еще огромный плюс, что мы сейчас находимся на Черничном хуторе, вот 2 недели. Это то, что мы вот рядом с нашим, и я в любой момент могу прийти сюда что-то поделать. Сегодня у меня в планах, ну вообще, надо потихонечку освобождать хутор от старых строений. Например, как минимум от этого туалета. Туалет у нас уже здесь есть вот такой, замечательный, рабочий. А этот туалет, он уже засыпан, яма эта засыпана. В общем, его надо убирать. А на очереди и, в принципе, вот эта сарайка тоже. Скоро она уже сама повалится, поэтому не будем ждать. Будем потиху все сносить. Ну, оставляю тут как бы разве что только дрова. Поэтому буду кромсать этот туалет так, как получается. Вот тут. Крыша. Еще бы чуть-чуть, и возможно она бы улетела где-нибудь при каком-нибудь сильном порыве ветра. Вообще какая-то непонятная погода. Ну как непонятная, понятная. Дожди идут. Шифер еще может где-нибудь пригодиться. Закройте кабинку. Ну так-то гораздо удобнее, мне кажется. Оп. И нормально. И пожалуйста. Широкое помещение стало. Максимально сейчас эти металлические все элементы поубираю, чтобы на дрова можно было потом все это дело разобрать.
А вообще какие из этого туалета дрова? Никакие. Спалю его, да и все, по частям. Погода сейчас такая, не жаркая, то дождь, то снег. Ой, то дождь, то солнце. Нормально, как раз. Дождик такой небольшой, но, в общем, не жарко. Единственное, что нужно повыковыривать все гвозди. Что там ничего не пооставалось. Ну, по возможности, конечно. Здравствуйте! Что там, туалет разобрал? Разбираю потихоньку. Хорошо, спасибо. Соседка Галина тоже подкармливает наших козочек. Ну, наших. На 2 недели они наши. Наберу яблок и поеду домой. Белка, белка. Ну, диви, держи, и тебе не гришь. Что, не можешь укусить? На этот. Девочка, на. Иди сюда. На. Сладенькая, сладенькая.
Звичайно. А что это вы нам супец тут приготовили, да? Супец, котлетки. Супец, котлетки мужицкие. Нет, это детские. Мужицкие в холодильнике, наверное, да? Холодильник. Да? А, понятно. Эти с кабачком. Сегодня дети очень рано проснулись. Всего лишь 5 утра. Всего лишь. Пойдем еще на наш хутор. За яблочками. Вот Захар любит, в принципе, за руку ходить, держаться. А Назар, не, он такой вот самостоятельный. Вперед и только вперед. А я скажу вот так вот за ручку с папой. Оль, да. А я пакет не брал на яблоки. Так занесем? Да. В майке? Хорошо. Да. Оля нашла для себя там яблоньку с вкусными для нее яблоками. Все, и она вот сейчас вот... Ты готова прямо сейчас туда ходить постоянно, да? Да. Тебе не нравятся тебе эти беленькие, которые не беленькие, а желтенькие эти? Не? Булька. Но? Чё там цыпочки? А вот это яблоня вкусная. Ха? Где там цыпочки? Где? Еще, друзья, поездка это на хутор, прекрасная возможность немножко отдохнуть, так вот, ну, головой отдохнуть. Ну что, Оль, на часок тебя оставить, да? Да. Хорошо. Ну если что-то клюнет, то ты не докричишься. Слышишь? Будешь кричать? Оль? Нет? Будешь тихонечко? Тихую. Тихую, чтобы никто не видел? Вы очень тихонечко тут подкрадываетесь. Ну, я так понимаю, результативных забросов не было, да? Не было. Погода, да? Ну, непонятно. Смотри, как я уже замерзла. Ты что? Я только что было жарко. Ну
Ну что, Оль, заканчиваем рыбалку, да заканчиваем ролик, наверное. Ну да. Ну, в общем, до новых встреч, ребята. Всем удачи. Вы были на канале Печки-Лавочки. Пока.